холодильная доска, сушилка, два утюга. Один какой-то что-то там брахлил, второй сказали рабочий мне. Я не знаю, я не включал их. Женщины занимались, сказали. Понял. Отдай. Все. Я не знаю, какие у вас там люди, большие, маленькие. Я взял два таких больших. Ну? Она нашла только два комплекта. Говорит, отдай тоже, ребята. Все, две кровати нормальные, то есть все. Отлично. Дальше здесь работает. Ну, но только его не включали. Я лучше скажу, не включали. Так, как бы все не стрю еще. Потом я все убираю. Покрытие вообще не важно. Это. То есть, ну, это постелил только для того, чтобы здесь было это все. Вот, шкаф там есть, все есть. Ну. О, слышишь мою? Я же говорю. Вот здесь. Да. Вытяжка тоже работает. Замотаю пленку тоже. Чтобы, ну, не надо пользоваться. Не надо. Потому что она капризная. Не надо лишние вещи. Если сломается, потом. Вот. И еще один момент. Я покажу свои. У меня здесь вот недостроено. Вот она, видишь, слетает. Ага, и она продолжает лить, чтобы они ее выключали. Следили, чтобы. Да, потому что тогда воды нальется много. Конечно. Тащили, ребят, поставить, только закрыть, да, как все вынесу, закроем, все.